Всем привет-привет! Ну вот, настало 30 апреля, день, когда мы уезжаем в Питер. Сегодня буду снимать блог собирательный. Буду рассказывать, что я беру с собой. Если кому-то это интересно, то продолжайте меня смотреть. Вот, сейчас еще только утро. Я отредактировала два видео, чтобы выложить мое отсутствие. Сегодня у нас попрохладнее, чем вчера. Вчера вообще уже было жарище, мы все в майках гуляли, почти 25 градусов было. Сегодня немножко прохладнее, утром был дождик. Ну, к сожалению, в Питере погода не так радует. Мы посмотрели ожидаемый прогноз на ближайшую неделю. Там будут, как обычно, дожди, 9-10 градусов максимум. Вот, поэтому придется с собой брать много теплых вещей, которые мы уже практически у себя не носим. Ну, что же сделаешь, северная столица, от этого никуда не деться. Ну, самое главное, что мы все-таки его увидим. Достали мы свой чемодан, который брали с собой в Турцию. Вот, тут зайка спит. Значит, я уже собрала свои вещи. В основном взяла здесь теплые кофты, джинсы, юбку джинсовую. В общем, пока еще не собирала колготки, всякие нижнее белье еще. Но основную одежду уже взяла. Теплые штаны взяла. Водолазки две теплые. В общем, все то, что пригодится. Майку я беру с собой только одну, в которой я поеду. Я думаю, майки мне там вряд ли пригодятся. Также беру свой халатик. Что-то темно. Халатик такой вот полосатый у меня, в котором я буду в поезде и в котором буду ходить дома у Женечки. И также беру майку и штаны домашние такие тоже. Или в поезде одену, или дома буду ходить. То есть пригодятся. Сейчас покажу, что вот, беру с собой из косметики, пока у меня есть время. Ну, это муж бритву принес свою, дезик надо тоже положить куда-нибудь отдельно. Вот это моя основная косметичка, в которой будет вся моя косметика. Ну, в общем-то, на неделю, я думаю, что не так уж и много. Сейчас покажу ее подробнее. Тут немножко взяла бижутерии. Здесь в основном идут всякие такие мелкие обычные цепочки. Только вот одно вот это ожерелье с бабочками. Оно мне очень нравится. Я его взяла с собой под бордовую водолазку. Оно мне нравится носить. Так, также беру свой набор вот этих кистей от Ecatools. Как раз они идут. Дорожный наборчик. Поэтому я его всегда беру с собой куда-нибудь в поездку. Он у меня, в общем-то, для этого и есть. Вот, здесь у меня в основном уходовая. Тут ее совсем немножко. Беру, значит, вот этот вот, тут капелька осталась. Родниковая вода для молочко для умывания, в общем. Я его беру чисто для того, чтобы в поезде умыться вечером. Сегодня, получается, и завтра. Потому что у Женечки, я думаю, таких средств куча. Поэтому я, естественно, оно мне там не пригодится. Ну, взяла просто на всякий случай, не знаю зачем, честно говоря. Это шампунь и бальзам для волос. Я думаю, у Женечки их точно тоже куча, но оно у меня валяется уже долгое время, еще с тех пор, как я заказывала коробочки, поэтому решила все-таки взять. Вот это средство беру для снятия макияжа, лосьон очищающий. Я его и как тоник использую, и косметику им смывать тоже буду. Так, вот этот вот новый у меня, вчера его буквально купила, салициловый гель. Только закончился у меня мой крем от Мизон, как начало опять высыпание у меня на щеках. Ну, в общем, эта штучка неплохо помогает. Я использовала ее на ночь два раза подряд, и мне, в принципе, понравилось. Хороший эффект, они стали намного меньше. Здесь у меня просто двое устойчивых, как это сказать, кремовых теней от Avon. Они просто незаменимы в поездках, потому что ими очень удобно быстро нанести макияж. Я их взяла с собой, но они мне в косметичку в ту не влезли. Поэтому я их положила сюда. Ну, конечно, ватные диски, ножницы. Так, миниатюрка тут какого-то лосьона у меня осталась от Avon на нее. Тоже взяла с собой ватные палочки. Ну и вместо всяких кремов я взяла кучу пробников, которые у меня лежат. Я ими дома практически вообще не пользуюсь, потому что у меня как бы хватает и так уходовых средств разных. Поэтому в Питере я буду пользоваться только пробниками. Как раз все испробую. И как раз использую эти пробники, потому что дома мертвым грузом просто лежат. У меня здесь и от Ипроше, и корейские всевозможные. Вот сыворотка такая. И вот такой вот крем под глаза. Я заказывала именно пробники по 10 штук. Они у меня лежат, я ими не пользовалась.
Вот такая вот штучка. Вот Etude House тоже. И от... Это шведская компания, господи, забыла слово, Сцептр. Вот, от Сцептр у меня тоже такие пробников куча. От Faberlic здесь есть пробники. Вот опять Сцептр и Фраше. В общем, куча пробников лежит у меня дома, я ими не пользуюсь и решила их взять с собой. Ножнички у меня для того, чтобы отрезать пробничек. Это у меня вот еще здесь такое вот жидкое мыло для антигиены. Тоже, думаю, если что, в поезде пригодится. Вот. Ну, короче, куча пробников для использования. Я надеюсь, что я их использую все в Питере. Вот. Вот это я возьму все прям вот так вот в коробочке. Мне так будет удобней использовать это все. Правда, не знаю, как я все это закрою, потому что что-то много я набрала. Возможно, придется из коробочки это все переложить все-таки. Что-то более емкое. Вот, и сейчас покажу, что я беру с собой из косметики. Я надеюсь, вам интересно. Я, в принципе, беру косметики не так много, но и не так мало. Все-таки мы едем на 12 дней, получается, включая поезд еще. Ну, конечно, в поезде я краситься не буду, но все-таки беру с собой. Так, значит, никуда без своей любимой туши от Чикаго. От Чикаго, от Art Visage. Faberlic беру такой корректор двойной. Очень удобно его брать с собой, потому что здесь есть как жидкий, так и карандаш. Господи, забыла слово. Корректоры, вот. Так, еще беру такую тушь от Givenchy. Это у меня пробничек был тоже в коробочке. Она водостойкая идет. Когда будет идти дождь, ветер сильный, я всегда пользуюсь ею, потому что она хорошо очень. Не течет. Никуда без сыворотки, конечно. Беру две свои кисти любимые. Одна от Ecatous, другая от Jeans. Тоже без них никак. Вот карандаш и воск для бровей от Lumene. Тоже мои любимчики. А также всегда с собой беру в путешествие вот эту палеточку от Flormar. Это бронзер и румяна. Тоже очень удобно в путешествии использовать. Так, из тональников беру только вот этот BB-крем от Eva Mosaic. Вот это вот от Perrico взяла базу под тени. Так, а еще вот такую кисточку беру. Вот Real Techniques, тоже ее очень люблю. Так, вот такой вот карандаш для внутренней слизистой от El Corazon. И мой любимый карандаш для губ от Avon. Я тоже без него никуда. Он мне очень нужен. Вот такой вот, не знаю, зачем беру пуговицы и иголка. Это у меня еще с Турции был в этом, в отеле, короче, давали его. Так, вот и Фраше вот такой пробник тональника возьму. Из помад я беру всего ничего. В общем, вот такие вот три. Две мои любимые, ну как любимые, которыми я часто сейчас пользуюсь. От Буржуа матовые помадки. И одна от Дефи. Она тоже стойкая считается, такая более оранжевая. Так, вот эти два возьму. Две минеральные тенюшки. Если какой-то праздник будет, воспользуюсь обязательно. Ну как, если какой-то 9 мая будет, в общем. Так, вот такую базу под... макияж от Faberlic я ее использую под глаза. Она, конечно, не очень работает, не так, как моя любимая от Elf. Ну ладно. Так, две подводки. Одна такая яркая от Essence, бирюзовая. И одна водостойкая от Essence тоже. Тоже они мне нравятся. Так, это что? Это тоже от Benefit, тоже в коробочках. Это тоже использую под глаза. Как это тоже, как типа корректор, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, никуда от без хайлайтера от Essence, тоже мой любимчик. Ну, и возьму две палетки теней, так как они маленькие, и с ними можно использовать, сделать любые макияжи, универсальные, в общем. От Wet n Wild, который я рассказывала последняя, это такая в натуральных оттенках, другая в ярких оттенках. Вот. А, еще возьму вот такой вот карандашик. Вот Эльф, это у меня с одной стороны здесь кисточка идет, с другой стороны черный карандаш. Тоже всегда беру его с собой в путешествие, очень-очень удобная штучка. Вот, все, косметичка пустая.
Мне нравится, что у меня получилось, в общем-то. Еще у меня есть другие помады. В сумке с собой буду носить блеск для губ. Еще есть, так что мне хватит. Я считаю, что для 12 дней косметики достаточно, ни много ни мало. В общем, переложила я из коробочки все-таки вот в эту косметичку от Avon, когда-то брала ее. Вот она намного более вместительная. Здесь даже еще места куча осталось. Еще можно половину добавить столько же. Вот. И отсюда переложила тени там, чтобы она застегнулась нормально, а то она не застегивалась. Ну, еще какой-нибудь крем нужно взять для рук. Наверное, вот этот возьму. Маленький. Это когда-то Катюша органик присылала мне. Мне тут еще чуть-чуть осталось. Как раз возьму с собой. Мало ли, в поезде пересушатся руки. Все может быть. Итак, меня одна подписчица просила показать, что мы берем с собой в поезд из еды. Вот, хотела рассказать быстренько, чтобы уже сложить все это в сумку. Так, значит, ну куда без батончика какого-нибудь. Так, здесь у нас кофе с сахаром. Взяла две кашки на утро. Две кашки на утро взяла. Потом разведу вот в этой вот удобная, кстати же, штучка из фикс-прайса. Надеюсь, горячая вода там все-таки будет. Потому что на нее мы очень рассчитываем. Обычно в поезде всегда горячая вода есть. В смысле кипяток. Также я взяла на кусочек такой бикланч. Лапша с ароматной говядиной, грибами и зеленью. Не знаю, что там за лапша, конечно. Но на всякий случай взяли. Так, и взяла вот такие вот две кружки. Маки, чтобы можно было еще в кружке это все разбавить. И такой суп-пюре из шампиньона с сухариками. Галина Бланка. Хлеба тут чуть-чуть взяли, яиц 5 штучек, здесь курицу цыпленка табака муж сделал, очень-очень вкусный, пахнет обалденно, он еще горяченький, такой вот классный, оставлю его. Так, печенюшек чуть-чуть взяли, тоже для того, чтобы с чаем попить, семечек погрызть, куда без них, соль. Сколько пакетиков чая. Сахарозаменитель свой взяла. Так, две кружки. И ложку одну большую, две маленькие ложки. Так, взяла груши и яблоки. Погрызть с собой в автобусе мы сейчас, когда будем ехать. А, так, здесь у нас овощи, помидоры, огурцы. Перец тут чуть-чуть и редиски пакетик. Вот. Также здесь что еще? Вот еще раз всякий случай доширак. И журнал было почитать. Магниты какой-то, звезды и советы. Ну, в общем, такой обычный. Вот, буду собирать уже это всю сумку. Вот, сейчас уже время 5 часов вечера. В 9 вечера у нас автобус. Осталось 4 часа. Также еще мы, конечно, возьмем попить. Я взяла вот такой вот Активель Аква. И Актуаль. Сыворотка плюс сок. Очень люблю вот эти напитки. Они намного вкуснее, чем какие-то газировки там всякие. Вот эти вот два. Ну и надеюсь, питьевая вода там в поезде будет. Ну все, собрали мы чемодан. Еле-еле все запихнули, конечно. Еще мне нужно сделать маникюр. Решила остановиться на классическом французском маникюре. Это всегда актуально. И к тому же, когда он облупляется, можно просто кончики подкрасить. И все, будет идеально. Вот это надо положить с собой, тоже взять решила. Вот. Так что уже собираемся. Время 7 вечера. Через 2 часа мы будем уже уезжать. Хочу успеть сейчас еще отредактировать этот влог по-быстренькому. И поедем. Все, буду прощаться. Пока.